Центре культуры Балашовской епархии состоялся концерт архиерейского мужского хора Духа Сошественского собора Саратова. Хор был организован в 2003 году по благословению митрополита Саратовского и Вольского Лонгина. Основной деятельностью коллектива является участие в архиерейских богослужениях. В концертный репертуар входит как церковное песнопение, так и произведения композиторов прошлых веков и народные песни. Концерт состоялся по благословению митрополита Саратовского и Вольского Лонгина, епископа Балашовского и Ртищевского Тарасия. Часовой концерт был поделен на несколько блоков. Первый, самый большой, включал духовную музыку разных периодов. Древние напевы, современная духовная музыка. В числе прозвучавших песнопений были и произведения композитора, одного из авторов церковной музыки Виктора Калинникова. Большая часть произведений, которые исполнялись в этом блоке, вскоре прозвучат на концерте в Москве, в Государственном музейном объединении имени Глинки, в рамках цикла концертов под названием «Музыкальные страницы истории российского государства». Архиерейский мужской хор Духа Сошественского собора Саратова, постоянный участник этого мероприятия. Второй блок посвящался русским народным песням в обработке композиторов и открыли его балладой о 12 разбойниках. Кроме духовной музыки, мы также исполняем и народные песни, и считаем это правильным, потому что действительно народные песни являются богатством нашей музыкальной, русской музыкальной культуры. Если мы возьмем любое произведение, музыкальное произведение, то мы услышим их интонации, русские интонации. Тем более сейчас это очень важно, потому что мы должны воспитывать молодое поколение, воспитывать на тех высоких традициях, которые существовали, традициях русского церковного пения и русской песни. Насладились пиром музыки, пиром творчества, которое вы несете в массы, в народ, в народ Божий. И дай Бог, чтобы ваш коллектив имел такой успех, как он сегодня имел вот в нашем городе Балашове. Много и благодарю вам за это. Восторг. Я почувствовала восторг. Конечно, посмотреть по телевизору мы можем и танцы, и пляски, как говорится. Но духовную музыку услышать живую, это, конечно, что-то особенное. Редко доводится слушать такие произведения, чтобы вот так пели в унисон, и такие брали ноты в разноголосиях, присутствовали и баритон, и тенор, и разные голоса. Стоит отметить, что данному событию сам коллектив оказался рад не меньше благодарных зрителей. Я хочу выразить особую благодарность сегодня владыке Тарасию за то, что он пригласил нас. Хочу выразить низкий поклон потрясающей публике, которая была сегодня на концерте, за ее не то что теплый, горячий прием. Это на самом деле меня просто сейчас переполняет чувство. Я не могу просто, я долго буду это вспоминать. И, безусловно, для меня сегодняшний день это просто один из, наверное, самых ярких дней в моей жизни, потому что я встретил действительно такую радость именно общения.